Ежели вы сегодня не заходили в интернет и пропустили различные смешные картиночки, забавные видео или ржачные приколюхи, Александр Светлих сделал это вместо вас и подобрал все самое интересное, что происходило в кировском сегменте интернета. А там, поверьте мне, есть что посмотреть. И газманоимитатор, и радужный обозреватель, и так далее, и тому подобное. Рубрика «Соцобзор». Вау! Ю-ху! Вот, пожалуй, и весь топ кировских звуков с ушедших выходных. А топ вятского интернет-контента вы увидите прямо сейчас в рубрике «Соцобзор». Ю-ху! Начнем с яркого. Рубрику готов эффектно открыть парень, который весь город вертел. Или вертелся во всем городе. Кстати, паркурщики – это идеальные любовники. Представьте, муж приезжает из командировки, а любовник в окно. Зина, скорее включи эпичную музыку, без нее не лазится. О, другое дело. А еще из него вышел бы отличный пародист Олега Газманова. Олег, морячку с выходом. А теперь, дамы и господа, встречайте «Радужный обозреватель». Нет, это не новая газета из «Радужного», а наш эксперт по вятским природным явлениям. Для зрителей он подготовил увлекательный документальный фильм. Всем привет, с вами Иван, и мы наблюдаем очень интересное явление. Мы можем видеть именно край радуги. Это находится в Кирове. А теперь, если есть, уберите салфетки с телевизоров, не то задымят. И не только салфетки. Самые горячие фотографии с кировских выходных, без регистрации вирусов и СМС. Вы, наверное, поняли, что если собираетесь на юга, отменяйте, у нас тоже полно красот. И это я про природу, которая была на фоне. Это был соцобзор, самый сок вятского интернета.